Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале, посвященном семиструнной гитаре. И сегодня формат нашего видео будет немножко иным, контент тоже немножко иным. Сегодня я хотел бы рассказать вам о своей, как говорил товарищ Сухов, любимой жене. Дело в том, что я владею маленькой коллекцией инструментов. Я страстный коллекционер, люблю, собираю инструменты различных мастеров. И мой последний инструмент, мое последнее приобретение, которое на самом деле уже не совсем новое, но тем не менее свежий инструмент 2019 года изготовления, это этот инструмент, на котором я записываю все свои последние видео и все свои последние уроки. Некоторые из вас просили немножко рассказать о нем. Этот инструмент очень интересен. Интересен в том, что он не является русским инструментом. Это моя, как я называю, любимая панночка. Дело все в том, что этот инструмент был изготовлен специально для меня знаменитым мастером Богуславом Териксом. Богуслав Терикс, польский мастер, проживающий в городе Майнц, недалеко от меня в Германии, является уже долгое время моим хорошим другом, приятелем. И я, будучи студентом Хохшуле, высшего учебного музыкального заведения для музыки в Германии, в Кёльне, играл на его классической гитаре. Потом наши, как говорится, пути разошлись, долгое время мы не контачили. И однажды в 2019 году мне захотелось приобрести инструмент, который бы полностью удовлетворял все мои запросы и потребности. Все дело в том, что я, как бывший классический гитарист, очень ценю именно классическую форму гитары. У меня в моей коллекции есть также романтические инструменты, есть одна гитара с двойным грифом, но я привык играть на гитарах классического размера, поэтому мне хотелось приобрести именно такой инструмент. Я позвонил Богуславу и был очень приятно удивлен, когда он меня совершенно не забыл, вспомнил, кто я такой, хотя мы, как я уже говорил до этого, примерно 10 лет вообще не были ни в каком контакте. И он согласился сделать для меня инструмент. Это его классическая модель Double Top, то есть гитара с двойной декой, верхней декой. И она называется Нада Брахам. Это название этой модели. Дело в том, что господин Терикс, он своего рода эзотерик, очень любит именно восточную культуру. И от этого, я думаю, было придумано название этой модели. Я ее, как говорится, окрестил, и теперь это просто моя любимая Наденька. Инструмент имеет мензуру 652 мм. То есть это классическая мензура, классическая гитара. Ничего в этом нового и новаторского не было. Ширина грифа на первом ладу, именно грифа, составляет примерно 64 мм. Расстояние между струн на первом ладу от 7 до 1 равно 53 или 54 мм. То есть на самом деле у вас есть внизу и сверху запас. Мне это очень удобно, так как я не играю хлыстовой техникой. На 12 ладу инструмент имеет ширину грифа 70 мм, а расстояние между струн 62 мм. То есть от 7 до 1 струнки 62 мм. И расстояние от 1 до 7 или 7-1, как вам удобно считать, струнки на подставке 70 мм. Гриф на этой модели гитары немножко завышен. И это позволяет удобную игру в высоких позициях. Инструмент оснащен 24 ладами, то есть я могу играть 2 октавы. Ре, ре и самый высокий ре. Толщина грифа классическая, то есть ничего тут такого сверхъестественного нет. Материал на верхней деке у нас находится альпийская, так называемая лунная ель. Лунная ель, я не знаю почему. Если кто знает почему, напишите в комментариях, будет очень интересно и мне. Также есть подлокотник, защита для верхней деки, так как дека у нас двойная, естественно, она довольно-таки тонкая, и во избежание каких-либо задавлений верхней деки рукой во время игры Богуслав сделал здесь совершенно замечательный такой подлокотник, очень красивый, очень изящный и очень удобный. Подставка сделана из африканского мадагаскарского палисандра, накладка черное дерево. Карл Шеллер механика, очень хорошая, с двойным подшипником в деревянном основании грифа и также здесь, что обеспечивает очень точную передачу в момент настройки струны. Также, что мне очень нравится на этой гитаре, это ее задняя дека. Она такая изящная, как Богуслав сказал, он представляет себе здесь двух волшебников, большого и маленького. Но я себе представляю там, скорее всего, слона с бивнями, но, как говорится, фантазия вещь свободная, можно писать все что угодно. Также дека прекрасно и изящно изогнута, имеет красивую, такую скрипичную немножко форму. Как он это делает, естественно, мастер не рассказывает, так как у всех мастеров есть свои секреты. Корпус гитары сделан из террикота. Террикотовое дерево, оно как бы является тоже благородным тропическим деревом, но тем не менее с ним намного проще, если вы переходите таможню, у вас не будет лишних проблем. Искусная резьба на пяточке грифа, форме ромбика или на задней части гитары тоже дополняет эту прекрасную гитару, эту картину. Столярка просто на высоте. Очень хорошие сорта дерева. Видно это по рисунку, что действительно дерево не рыхлое, а довольно-таки плотное. И мне все тут очень устраивает. Мастер также придает огромное значение мелочам на инструменте. Видите, везде тут, предположим, красивый такой орнамент, вырезано все. Также здесь на головке гитара тоже очень красивый ромбик. Крепление струн происходит через 14 отверстий. То есть это не классический будет узелок, а немножко другого вида. Инструмент внутри тоже качественно обработанный. К сожалению, на видео я не могу это вам показать, так как это очень темно внутри. И мне кажется, что он даже залакированный, я не знаю. То есть там какая-то обработка именно дерева еще. Звук очень объемный, очень мягкий, при этом не ревущий и долгий. Я перепробовал на своем веку массу инструментов. Так, в принципе, и образовалась моя коллекция. У меня есть такое свойство: если я покупаю инструмент, я потом очень редко его опять продаю. И так вот накапливается, и со временем образуется большое количество инструментов. Благо я живу в частном доме и могу себе позволить такой люксус. В квартире было бы все намного сложнее. Я не буду спорить о том, какие инструменты лучше. Мне кто-то писал в комментариях к одному из моих видео: да это же просто типа бразильская гитара там, или там классическая гитара с 7-й струной. Как говорится, у каждого свой вкус. К тому же, знаете, моя любовь к 7-струнке началась с музыки Сергея Дмитриевича Орехова. А Сергей Дмитриевич Орехов в поздние свои годы играл на испанской, как некоторые говорят, 7-струнной гитаре. У него был поначалу Шерцер, после этого Шерцер ушел к Матании Оффе, И Сергей Дмитриевич перешел на обычные семиструнные гитары по современной модельной технологии. То есть, я считаю, неважно, на чем кто-либо играет, главное дело, как он это делает. Да? Понятно. У меня, как говорится, в коллекции есть и старинные инструменты, и реплики старинных инструментов, и современная Наденька. Наденька, спасибо тебе большое, что ты была вместе с нами сегодня. Если вам что-либо понравилось, что-либо не понравилось, я предлагаю обсудить это все вместе в комментариях, так как, к сожалению, видео о семиструнных гитарах очень мало, тем более в таком формате. И у многих людей есть свои идеи, мнения, давайте ими поделимся и пообсуждаем. Мне очень будет интересно почитать ваши комментарии, я это все время делаю и по возможности отвечаю на них. Я вам желаю всего хорошего, оставайтесь здоровыми, занимайтесь на семиструнной гитаре и до новых встреч, пока!